Двор на улице Спортивная может похвастать размерами, но и работы, соответственно, тоже много. Одни начали с уборки, другие, вооружившись кисточками и кранками, принялись облагораживать ржавые сушилки. Мы хотим приукрасить как-то наш двор. Очень охота, чтобы, смотря, глаз радовался. Вот сейчас будем красить вот наши сушилочки для одежды. Полет фантазии не ограничен, идеи рождаются сразу. Вот так через несколько минут ржавые трубы превращаются в березки. Ой. Все. Хочется, чтобы красиво было во дворе, чтобы с ребенком выйти, чтобы глаз радовался погулять. А то как-то все коричнево, черно, серо. Каждый пытается привнести что-то свое. Кто что умеет. Александр, например, взялся за установку новых перил у подъезда. Приварю, засверлимся, арматуру забьем. Здесь к стойке приварим, вниз потом. Александр по профессии сварщик, поэтому сделать перила особого труда для него не составило. Спустя 30 минут все готово. А то прям плохо нам ходить. Это вот как хорошо сделали. Спасибо, ребята. В этом дворе подобный субботник проводится впервые. Идей, как благоустроить территорию, много. В планишем, как бы обещали, еще землю, то есть мы займемся какими-то посадками, тут вот куплены семена травы засеем, вот, возможно, даже сделаем вот там на склоне лестницу большую, она когда-то была в советское время, а сейчас вот ее нет. Субботник – это лишь один из этапов на пути к победе. По итогам конкурса 30 самых дружных дворов мечты получат от Никельской администрации и компании «Норильский никель» скамейки, урны, ограды и бордюры. А в четырех самых благоустроенных дворах появятся еще и современные спортивные площадки.